Всем привет, с вами Филипп, и мы продолжаем играть в Амнезию. Я по этому поводу купил себе наушники с микрофоном. Так, что у нас там за дела были? Так, воспоминания. Судя по всему, 4 химических ПН можно смешать для получения... Какая-то аргентная масса прикрывает проход. Ок, значит... Мы собрали все 4, нам надо было искать... Что нам надо было искать? Какую-то фигню, чтобы совмешать эти все. Твою мать! Иди нахер. Так. Ну, конечно же, нам в лабораторию. Каплями падает, что-то там такое-то. А ты что, тут можешь спуститься? Круто. Чувак, ты мастер. Так. Куда нам надо? Ну, точно сюда. Прохода больше нету. Так, вот она, эта машинка. Так, у нас есть кружечка для нее. На. Во. Так, и надо поставить... Твою мать, твою мать! Только не надо, что он сейчас придет ко мне. Нет. Не вздумай приходить. Так, давай. Сначала нужно зажечь огонь. Так, вот. Удерживайте, но это уже мы знаем, что удержите. Так, твою мать. Хватит уже дрожать. Склянка с кислотой мы подняли. Так, сколько у нас масла? 6 масла, половина тут. И 16 трудниц. Хорошо как. Так, ты нам что-то пишешь. Че, что там написал? Лестница обрушилась? Чувак, да сделай ты себе мостик. Так. Тут из этой можно что-то сделать? Чтобы добраться до трудных мест. Давай, давай, ставь. Ух ты ж как, ты сам поставил. Я ее взять не могу. Это хорошо. Все, сейчас разрушим эту наглую красную. Заучился морюки. Вот он. Британский территорий он взял. Что-то он взял. Отстань, только не. Блин. Ты задрал меня бить. Еще раз ударишь, я убью тебя. Че у нас? Мелкие порезы, блин, все из-за тебя. Так, о, на эту дверь можно покапать? Мы же сюда так пришли. Этот предмет нельзя использовать таким образом. Ух ты ж, масло! Так, пошло вон. На тебе. Живучие твари. Я так понимаю. Ну все, у нас один путь, это вниз. И это кислотой побрызгать. Точнее, покапать. Тут брызгать нечем. Да, вот. У нас все получилось. Теперь у нас дальше путь. Камера переработки. Так. Тут очень темно. Темновато здесь. Да, и на то есть причина. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. А что за причина? Почему ты? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая темень? Будь внимателен, Данил. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Когда враг рядом, если вы будете перемещаться в темноте, крадучись с левой контрол, вас будет труднее заметить. От кого? Твою мать, твою... Блять, он там! Нихера! Вы это видели? Так, легкая головная боль у нас. Плевать, 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 заходи. Так, чувак, тебе плохие, это очень плохо.
Что у нас? Легкая головная боль, это хорошо. Так, масло. Беспалевно положили. Потачи. Деревяшечка. Так, закрой путь. Закрой путь. Тихо. Ну тут больше я ничего не вижу. Так, вот тут в иглу что-то может быть, да? Не, ничего нету. Пойдем дальше. Нихера. Зажги. Настойка. Твою мать, твою мать. Так, надо соорудить себе. Твою мать, так, блин. Так, можно соорудить себе, чтобы он нас не заметил. Вот так вот. Ну, я же видел, как ты там открыл, да? Но тут никого. И это хорошо. Так, вот тут еще один путь. Ёлки, как страшно, плюс в наушниках играешь. Это очень-очень страшно. Ладно, чувак, сожги вот тут вот свечку. Твою мать. Она закрылась при мне. Твою мать. Это что за бредятина такая? Вали в жопу! Хочешь, нападай давай. Так, у меня опять начинает вилять башка, значит, очень все страшно. Да, даже он ничего говорить не хочет. 5 июня 1803 вчера я сделал за... Я немного успокоился. Ты немного успокоился, понял. Давай, ты сейчас только успокойся. Тебе очень плохо. Так, добавим масло. Давай, успокаивайся. Рядом с тобой свет, смотри на него. Чувак, ты успокаиваешься, смотри на свет. Да блин, да чё ж ты так испугался сильно? Даже говорить ничего не хочешь. Так, я слышу какие-то... Шашки слышу. Собакин лай. Твою мать! У ёлки-палки. Иди нахер, тупая скотина. Ух ты, проход. Так, ну тут еще есть дверь. Я хочу в нее зайти. Иди нахер. Все, тебе хорошо? Дверь заблокирована с другой стороны. Теперь понятно, почему тут такой путь. Нате. Твою мать. Да ему и так плохо. Хватит его пугать. Сейчас просто сдохнет. Так, бочки, пара капель масла. Спасибо, что наполнила мне всю. Твою мать, ну хватит ты меня бить. Мелкие порезы. Так, чувак, успокойся. На, зажги свет. Не беспокойся, чувак, все будет хорошо. Так, тут ничего нету. Вот тут что-то. Так, давай. Давай, стой, стой. Все, успокоился. Так. Люк слишком тяжел, руками его не поднять. Так, вот куда нас ведет. Давайте откроем эту дверь. Застрял, что-то мешает воротам
и рукоятки поворачивать. Так, я не знаю, что с тобой. Может, что-то порвалось где-то. Так, ага, вот и палочка. Палочка-выручалка. Иди сюда. Встань перед тут. Сейчас достанем. Вот. Все, иди вали отсюда теперь. Готово. Так, все? Да, все. А, затрал уже. Тихо. Тихо, Бобик. Не надо кричать. Все пройдет. Так, подвальные архивы. Он упал понять, что происходит. Темные атлантические воды обнели. Так, что за фигня? Атлантические воды объели его. Чё за херня? Блять. Уебать. Так, я потише звук сделаю все. В наушниках. Вот как бы так вот. Твою мать, там никого нету. Твою мать. Твою мать. Ой, ёлки-палки. Иди от меня, иди от меня. Пошел вон. На книжку почитай. Так, тут какой-то рубильник. Блин, со звуком, значит, это на время. Там, значит, что-то открылось. Беги быстрее. Твою мать. Да, там какие-то ворота, они открылись, быстрей! Ху, закрыли. Твою мать! Еще один? Да ты гонишь. Так, на. Иди покушай. Кушайте. О, он и правда его жует. Это очень круто. Так, будем его останавливать. На, жари. Так, тут какой-то рычаг. Так, давай, открывай. Открывай. Так, твою мать, не хватает. Твою мать, давай, открывай, да что ж тобой? Давай, давай, закрывай, закрывай. В другую сторону. Вот так вот. Все, он не пройдет. Это хорошо. Что он тут не пройдет, тут какая-то полая игла. Че, не пройдешь, да? Так, пройдем отсюда. Дверь заперта, без ключа не открыт. Твою мать! Ключ! А ты гонишь? Так, твою мать, дверь не открыт. Так, ну у нас есть какая-то игла. Давайте посмотрим. О! Хорошо, мы разгадали загадку, и нам хорошо стало, походу. Что-то больше задело его ногу, и он ощутил, как его увлекает течением вслед за чудовищем. Он вынырнул на поверхность. Помогите! Завопил он и... Что-то его, он и там что-то так-то. Блять, он идет сюда! Твою мать! Вы слышали, он идет сюда! Нахуй, нахуй иди. Твою мать, он сюда идет. Нихера, нихера, блять. Не хочу, я буду жить. Иди нафиг.
Я буду жить. Давай! Дверь близкая. Давай, фу! Вот это, ты облескал в теплых лучах заходит. Солнце обернул взгляд к берегам Португалии. Видневшимся за спокойно глядя, это фигня. Так. В здравом уме, ух ты ж. Видите, мы логически все сделали, мы уже в здравом уме. И мелкий порез у нас все-таки еще есть. Так, там дверь открылась, походу. Но не монстр это же открыл. Ну, а вдруг, может и монстр. Так, такая успокоительная музыка у нас играет. Давайте под эту успокоительную музыку забудем о этом страшном всем. Об этом страшном чудовище. У вас есть поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее святилище. Да. С ее помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс Парке. Лифт там отвозит на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте... Хорошо. Бетон не вверх, а вниз. А вниз. Вот так вот. Ок. Ну давай, пробуждайся. Так, вот успокоительная музыка все-таки идет. Ну не знаю, поедем, не поедем. Давайте закроем. Fuck you! Она не работает. Так, что называлось? Найти способ запустить мотор лифта. Так, чувак, как мотор лифта, где мы возьмем этот мотор? Вот он, что ли? Так, может я иголкой как-то проткнуть, чтоб ты... Не хочешь задействовать? Ну ладно. Давайте я в следующей серии будем искать путь. Когда... А, дверца, давайте в ней зайдем. Машиноотделение. Вот там, походу, мотор. Но он фиг закрыт. Он закрыт. И очень плохо. Так, ты что сыришь на меня? Орёль. На иголка. Не хочешь? Ладно, всем пока. С вами был Филипп. И мы продолжали играть в Амнезию. С наушниками. Это очень было жопа слушать так. Ладно, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч.